Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. На Олимпийских играх для глухих выступят 15 спортсменов из Самарской области. Самарские гольфисты показали класс, триумфальное выступление на чемпионате по мини-гольфу. 2 золота на первенстве России. Легкоатлеты Самарской области вернулись из Калуги с победой. В конце июля в турецком городе Самсун состоятся 23-е сурдолимпийские летние игры. В составе сборной России 334 спортсмена, из них 15 представителей Самарской области. В соревнованиях для глухих участвуют 109 стран, будут разыгрывать 216 комплектов наград по 21 виду спорта. Самарцы выступают в 7 видах спорта – греко-римская борьба, дзюдо, пулевая стрельба, теннис, футбол, велоспорт шоссе и маунтинбайк. На предыдущих сурдолимпийских летних играх 2013 года 11 спортсменов Самарской области завоевали 7 медалей, 4 из них золотых. В 2009 регион представляли 7 спортсменов, они завоевали 5 медалей. Легкоатлеты Самарской области завоевали 2 золотые медали на первенстве России. Оно проходило в Калуге. Участвовало более 600 спортсменов до 20 лет из 70 регионов страны. В тройном прыжке первое место занял Валерий Марков. Спортсмен из Новокуйбышевска показал результат 15,81 метра. В метании молота золотую медаль выиграла тольяттинка Софья Палкина, отправив снаряд на 68,59 метра. Самарские спортсмены триумфально выступили на чемпионате России по мини-гольфу. В турнире принимали участие более 30 сильнейших спортсменов страны. Во всех видах программы золото впервые выиграли представители Самарской области. В личном зачете золото завоевала Елена Суконникова и Игорь Пантелеймонов. Вместе с Тимуром Рамазановым они также стали победителями в командном зачете, обыграв сильную сборную Москвы. Это были все новости на сегодня, и помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.